вы же записываете мои слова? Я говорю, дайте год, и мы посмотрим по результатам. Спасибо. Еще один вопрос, Дмитрий. У меня вопрос, у меня любимая небольшая выступление, Владимир Тартарович. Я... Вот у Сергея вчера был на площади, лично разговаривал с людьми, там, и хотел бы немного разговаривать. Там людей было, во-первых, мало. Та группа молодежи, которая была там, она не является и не выражает мнение молодежи города Екатеринбурга. Спасибо. На этом заканчиваем работу в этом зале. Благодарим Батура Сергеевича за его наставление. Депутаты ЭГС остаются. Николай Павлович, но все-таки здесь же очень такие важные моменты, и, наверное, все от меня ждут какой-то реакции. По этому поводу, конечно же, я это тоже понимаю, и все-таки уже с самого первого дня своей работы я понимаю, что здесь люди все уже давно прекрасно понимают и желают одного. Просто, с другой стороны, мы не можем не реагировать, поэтому, ну, как бы мы должны рефлексировать, как говорится. Ну, а вас я как раз прошу, что вот то, что вы знаете, то, что вы слышите, с точки зрения вашего профессионализма, опыта, это надо как раз-таки доносить до всех. Кто, может быть, даже еще сомневается и так далее. Спасибо за поддержку.